I killed when the bass line dropped. Привет, с вами Валерос, это Туса Джус, и сегодня у нас в гостях Сергей Ситков. Расскажи о себе, Серега. Мне 14, всем привет. Все, я ухожу, блядь, меня еще посадят, блядь. Чем занимаешься вообще? Да, ничем особо. Охуенный гость, лучше Миши. Не, вот, я заметил, ты там Инстаграм ведешь свой, кстати, ссылка в описании на Инстаграм. Да. Сегодня первый видос будет. Да, ну хз, когда это видео выйдет, ну короче, он попробовал себя в стиле пранков, и да, я с ним заколабился. Стоять нахуй, пошли. Пошли. Чё вам надо? Пошел нахуй, блядь. Чё вам надо? Отпустите меня. Ты бабки должен. Отпустите. Рубрика «Зашкварная история», в принципе, как и всегда. Сейчас я вспомню одну историю. Ну вот знаешь, все же сейчас у нас пакичи кидают, блядь, дебил. Я, кстати, оператора подсадил на пакичи. Я виноват, я знаю. Так и меня тут. Да. Не, что ты пиздишь, что ли? Это все, молчи. Была самоизоляция, да? Делать было нечего. Заказал я шайбу нахуй. Дома жарко. Уже интересно. Я всегда в шорты кидаю снюс. Хуяк. Короче, не знаю, куда положить, чтобы меня не спалили родители. Я беру снюс и кидаю, знаешь, в бок трусов вот так. Сажусь. Сказочный долбоеб. Понимаю, что мне что-то жгёт, блядь. Проверяю это место, а снюса-то нету, блядь. Проверяю свой половой орган, и прям в головке пакетч, блядь. И я начинаю орать на всю комнату. У меня хуй горит. И мама такая говорит, так ты, сынок, помойся, а то как бомж ходишь уже неделю. Пиздец. Да уж. Давай, Серега, что? Это тоже была самоизоляция. Mm-hmm. Я как дома, короче, никого не было. А я такой решил подрочить. Ну, в принципе, нормальное дело. Все это делают. Лег, дрочил, короче. И я в то время, неделю, короче, не дрочил. И когда подрочил, у меня, короче, сперма вылетела, я попал себе на лицо. Что? Она там 100 км в час была. Пиздец. Я кончил себе на лицо, хорошо, что в рот не попал. Ну да, это самое главное, блядь. Пиздец. Вот это история, блядь. Это история, блядь. Так, какая же у меня еще была зашкварная? Я помню в выпуске, ну вот в первом сезоне ты, наверное, видел смешание. Где мы на трубах сидим. Там еще и Монклер рассказывал свои истории. Я говорил про бомжа презентацию, да. Получается, какая же еще у меня была история? Дайте-ка вспомнить. А, тоже про дрочку. Мам, прости, что я тебя упоминаю. Но бывает. Было мне лет 14. Я сказал маме, что сейчас пойду мыться, да. И что-то захотелось пиздец дрочить. Просто увидел голую, как ее зовут-то, блядь, ну, певица это что-то поет еще, твоя пизда такая чистая, а, Лобода, вот, я ее увидел в журнале, там, такая голенькая, нормально, там, такой, начинаю дрочить, проходит минут 30, мама такая, а ты че воду не набираешь, блядь, такая, ты зачем носок в штаны вставил, дурак, блядь, берет, а там, блядь, стояк, нахуй. И она такая орёт, блядь, получается, моему бате, говорит, муж у нас тут, сынок, блядь, дрочит, нахуй. Такой, о, самец в семье появился, ебать, нахуй. Ну вот как-то типа такого. Мать, прости, я тебя люблю. Чё, теперь я? Да. Это какая-то, блядь, слишком ультразашкварная история. Ну, я думаю, блядь, что такого дрочить каждый... Я вот раньше смеялся, что вот, блядь, не буду никогда дрочить, вот, не буду никогда бухать. Никогда не говорите такого в детстве. Запомните. Да. Теперь я, да, получается? Да. Решил я пернуть на уроке, блядь. Блядь, я срать захотел. Это было в этом году. Я сижу, со мной сидит Женя, одноклассник мой.
Ну, не знаю, вы его не знаете, ну ладно. Да, я прям сиранул на весь класс, тишина была, я прям жестко пернул. И все свалил на Женю. И его наказали. В смысле, его наказали? Ну, не наказали, а вызвали в директор. То, что пер... Понимаете, что с нашей, блядь, системой образования сейчас не так? А ты не понимаешь, что сейчас с нашей системой образования не так? Типа, человек пернул, его вызывает директору, блядь. А вот если человека захочется поссать, его не пускают, он насыпь штаны, его что, к директору сразу пустят или школу его числят? Ну, это как-то странно. Ну, да. Да уж. Сейчас я еще что-то расскажу. А про могилки ты что там расскажи? Типа, как ты белочку словил, блядь? И могилки, блядь, это кладбище. Кладбище? Ну вот, расскажи про кладбище. Короче... У меня был день рождения, 25 июля, я пошел бухать, жестко набухался. И тогда я когда лежал, плакал. Не знаю, из-за чего я плакал. Но я тоже не знаю, я не был. Да, я тоже был бухой. Причем пьянее всех. И приезжает дедушка подруги забрать ее домой, видит меня. Я ему говорю, только никому не говорите. В итоге он сказал моей бабушке с дедушкой, они потом... Я уже встал. А у тебя встал? Нет. Упал? Да, я проснулся и уже собирался идти домой, а тут приезжает бабушка с дедушкой. Бабушка идет на меня с лицей, я такой, блядь, ну типа все. Вот, а потом на следующий день я пошел на кладбище к папе и... Чтобы пройти на кладбище, там надо было пройти озеро, где мы все купаемся. И там вот этот дедушка подруги стоит, а друг такой, пошли, скупаемся. Такой, не, мне стыдно. Ну, мне серьезно перед ним стыдно. Ну, да. Царство небесное твоему отцу. Так. Получается, ну, на самом деле, за такой довольно... Небольшой промежуток времени, у меня много зашкварных историй, но прям вообще капец. Вот у нас была зашкварная... Нет, вроде не было, вот на пранках. Можно сказать, сам пранк. Тебе напомни, как ты сегодня Кока-Колу хотел попить? А, сегодня у нас, короче, вот зашкварная история. Мы пили Кока-Колу, да, кинули с мюсика, и нихуя не осталось. Ну, потому что этот человек все выпил, я начинаю... Подожди. Пить? Не-не-не-не. Короче, я кинул и сплёвывал все в пустую бутылку. А там как бы еще чуть-чуть было кока-колу, ну прям вообще капелька. И типа слюня стала такого же цвета, только чуть-чуть, ну, тусклее. И Валера просто берет уже, залил себе в рот мой харчу. Я ему говорю, Валера, там мои слюни, он обратно все выплевывает. Я вот так беру салфетку. Он с салфеткой залез в рот. Ну а хули, чё, блядь, твою харчу, что ли, пить, блядь? Ну ладно, хотя бы не сперму. В жизни всякое бывает. Да уж, пиздец, блядь. Короче, поменяли мы немножко ракурс. Да, потому что... Потому что нас выгнала ведьма. Нас ведьма выгнала. Билеты не имеются? Нет. Выходим. Ну, уходи. Сейчас вот. Пойдет сюда. Ты сейчас поменяй, да, раз. Серега, расскажи. Вот. Я пошел на ночевку с другом. Там было 4 человека, мы чуть-чуть выпили. Я даже знаю, какому человеку, начинающий рэпер, блядь. Подписывайтесь на меня. Да. Да, но я не ссылочку не оставлю. Вот. Мы пошли вроде, выпили, да. А там один человек не пил, потому что у него мог приехать папа. Да. Мы ложимся спать и уже, типа, я уже полусонный. И, короче, мне примерещилось то, что поют какие-то птицы за окном, хотя птиц не было. Я на всю хату начал орать, да вырубите вы этих птиц, блядь, закройте окно. Мне всегда какие-то птицы кажутся. Вот, потом ко мне человек подходит и говорит, спи, блядь. Еще оттуда же, там стояло кресло, где я спал, и кровать. Я где-то часа в 3 ночи пошел в туалет, бухой. Туалет. Туалет. Я был пьяный,
И потом я иду, и человек один говорит: ты заебал, типа, иди спи, блядь. А у него торчала нога, я об эту ногу запнулся и ёбнулся. На их кровать. Обцаплю, блядь. Что там, был какой-нибудь кекс или нет? Не. Жалко. Да. Ты бы на такое зрелище посмотрел, блядь. Ну, вроде бы все. Переходим, дамы и господа, в другое место. Второй гость, охуеть! Даня Цыга, привет! Привет! Давай расскажи себе вообще, чем занимаешься? Меня зовут Даня, мне 14 лет. Занимаюсь футболом 6 лет уже. Заебись. И вот ты в сборной какой-нибудь выступаешь или нет? Нет, за мужскую команду. Я видел, что у тебя какой-то кубок был. Типа в инсте, вот сейчас я фоточку сюда поставлю. За первое место по городу. Красавчик, твой кулачок. Я тут слышал такую-то интересную историю, хотел рассказать. Да, были в деревне, поехали кататься. Приехали, начали пить. Друг напился, вообще не пить мог. Пить плохо. Естественно! Вообще не мог ехать. Говорит, сейчас поеду, короче, за запивоном. Едет, такой, я сейчас поеду. Спускается с лестницы второго этажа. Упал. Я говорю, давай ключи. Я поехал, съездил за запивоном. Туда нормально доехал, обратно приехал. Все нормально. Сажусь, короче, его повезти хотел домой. Едем. Сначала упали, сломали лапку передач. Ой, и да. Погнули вилку переднюю, рулевую. Либо там надо было либо падать, угу. Либо этот, как его, либо в столб езжать. Алла решил упасть. Лучше упасть, чем да. В столб, блядь. Нахрен еще потом, блядь, все тратится. Да. Термин, его дедушка хочет ноги оторвать. Но я потом его довез, дедушка, у него ключи забрал, дедушка ко мне, его приходит на следующий день, говорит, что это, решили с мотоциклом, я говорю, так я могу вам отдать все. Он такой, ну все, окей, я ему ключи отдал, он сказал, ты-то хоть не пьешь? Я говорю, нет, ну все, нормально. Так решили. Да, ну заебись, история. Кстати, у нас было... Один момент, вот этот человек был у меня на тусе, вы бы знали, что он сделал. Короче, время было, я бы не сказал, что не детское. Короче, после школы решили отметить. Да, и было очень много поводов. У Ситыча родила кошка. У меня не помню, что. Я что-то ты все... сколько ты не курил вроде? А, что-то 60 дней не курил. Кстати, сейчас уже 84 дня. Вот, и мы решили как бы сходить ко мне. Мы выпили сильно, всех разнесло. Потом смотрю, короче, в спальне моих родителей лежит вот этот человек, блядь. Я, короче, решил сфоткаться. Я понял, что я сделал глупый поступок, потому что я сел, ну, лег на него прямо на желудок ему, вот фотка, кстати. Короче, я такой, давай селфи. Потом проходит секунд 10, я такой, ну, все хорошо. И потом, и чисто все обливал. Но мы все отстирали, главное. Вот эти кусочки, конечно, остались за тумбочкой, наверное, неделю, блядь. Но я держался, как держался, то есть я все убрал. Через неделю. Там все прочистилось, ничего не осталось. Никакой силы цыганской, блядь. Кстати, знаете, почему его так называют? Чисто из-за внешности. Ведь так? Ну да, Рома Стасевич придумал. Да, такой человек, Браул Старс, блядь. Человек, который любит играть Браул Старс, донатит уже у него тысяч. Пиздец, блядь. А сколько он задонатил вообще? 20 тысяч. Рома, ты мог себе машину купить в будущем. Или хату снять, как Мишаня, блядь. Ну, я скажу, что как бы ты, Ситыч, поинтереснее, чем гость Миша. Сегодня только Мишу этот, как сказать, упоминаю. Потому что мы тогда, наверное, видел у меня на Ютубе не вышедший ролик. Видел. Ну вот, и, короче, он очень запорол. Он знает, что он гость. Он был на одном выпуске, но он там раскрылся мало, там больше монтлёв. И получается... Он молчит, идет, просто пердит, улыбается, такой, о чем мне рассказывать, блядь. Ну, это как-то просто глупость какая-то, блядь. Сегодня так, какие-то посиделки, вот видео, получается, с Ситычем. Это то, что, ну, нам некуда сходить, на самом деле, да и так такая обстановка приятнее, да. Думаю. Вот так вот. Ну, короче, Цыга все рассказал. Вот, можете поставить лайк, подписаться на канал. Подписаться на его инсту, на мою инсту, в ТикТоке, там, блядь, паблик ВК. Так, Инстаграм уже сказал. Короче, Телеграм-канал, может, создам, может, и не создам. Вот так. Спасибо, что посмотрели ролик. Подписывайтесь на канал. С вами был Валерос. Всем пока. Да. Всем привет, с вами Валерос. Это Тусор Джуз. И сегодня на гостях...
Блядь, неудачный дубль. Первый неудачный дубль, это уже хорошо. Пересъемка. Так похуй. Короче, ладно. Че, давай. Охранник идет, охранник идет. Там, ну, ложись. Мы ложимся. Маски. Я был пьяный, и потом я иду. Это шкварная история. Я сейчас, ну, я материал пранков добавлю, чтобы чисто так время потянуть, блядь. Нам надо просто было бухнуть, какие истории будут, нахуй. А, недавно было. О, чё? Это было 2 дня назад. Свеженькое. Билеты не имеются? Нет. Выходим. Ну, уходим. Итак, сегодня у нас второй... Блядь, нет, давай, да. Ладно, расскажешь, не тех здесь. Да, я, блядь, мама. Мышь ёбаная.